Суета в регистратуре детской поликлиники уходит в прошлое. Медицинские карты пациентов переехали в отдельное помещение. Старые форточки заменили на стойку регистрации. А отвечать на звонки теперь будут отдельные сотрудники. В холле в рамках вот этого открытого окна и диалога с пациентом будет находиться 3 регистратора. Значит, 5 медицинских регистраторов, они у нас в течение года готовились, проходили стажировку на рабочем месте, они будут работать в колл-центре. И мы свою работу с пациентом в основном теперь будем проводить через колл-центр, и записи, и ответы, и справки. В холлах и вестибюлях поликлиники уже начали появляться кондиционеры. Сейчас рабочие заканчивают установку оборудования. Скоро начнутся пусконаладочные работы. Зоны комфортного пребывания. Это наши круглые, вот эти округленные наши холлы, где мы установили уже жалюзи, потому что у нас очень солнечная поликлиника, света очень много, солнечные дни у нас тоже на Камчатке много. Ждем поступления мягкой мебели и интерактивных столов, в которых загружено до 10 программ электронных, где дети будут активно, так скажем, и комфортно ожидать посещения своего доктора, опять же, по предварительной записи. Осенью в детской поликлинике к уже имеющимся маршрутным указателям добавится сенсорная система навигации. На входе посетителей будут встречать 2 широкоформатных электронных терминала. С их помощью можно будет узнать, как быстрее добраться к тому или иному кабинету. Александра Галдина, Наталья Филиппова, информационное агентство «Камчатка».